Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Полковниками Мацуком Виктором Васильевичем, Ванковым Игорем Николаевичем, Дорошкиным Андреем Дмитриевичем. В различных должностях в Академии проходит военную службу, которая несравнима с ответственностью. Человек командует. Боевые действия у стен награждены государственными наградами. Командует взводом капитан Дмитрий Чернов. Очень красиво. Это первый раз я вижу такой парад. Вот так вот. Очень понравилось. Очень хорошо. Мощь, такая мощь. Вот даже гордость берет. Так, не могу говорить. Шли военные, шли. Молодежь из Суворовского училища. Настолько потрясающе все. Много девушек участвовали. Очень понравилось это. По очереди там десантники, пехота, летчики. Ты так разбираешься? Да. Узнал всех, да? А вы первый раз? Нет. Я вообще в Суворовское пойду. Ну ты что? Ну скоро тоже на параде будешь участвовать. Да.